Дом обследовала комиссия. Пришли к выводу, что трещина увеличилась после дождей. Ситуация пока не критичная, но проблему будут решать в кратчайшие сроки. Обнаружены подвижки по конструктивным элементам этого аварийного дома, в результате чего были поданы все сигналы, подняты аварийные дежурные службы. Сегодня специалистами департамента строительства и управления капитального ремонта администрации города Сочи обследован этот дом полностью. Это все отфиксировано, поставлены маячки на трещины на крыше дома. Всю ночь на месте дежурили спасатели. Кроме того, вечером был экстренно собран оперативный штаб. Его возглавил замглавы города по ЖКХ Сергей Рабилко. Было принято решение подготовить техническое заключение, согласно которому в случае опасности пребывания в доме будет введен режим локальной ЧС. Жители переселят во временное жилье, где они будут находиться до получения новых квартир. Добавлю, что дом был признан аварийным в ноябре 2015 года. В нем 195 квартир, из них 100 находятся в муниципальной собственности, часть уже расселена. В своей очереди ожидают жильцы еще 148 квартир. Дом включен на 2020 год в региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья со сроком исполнения в 2021 году.